schiamarsi. Di qualunque calibar, di qualunque calibar. Silenzio, silenzio, io son qui per giudicar. Io do le scelte avvocato, vengo a far nessuno di me delle legittime pretese, io mi vengo a palesare. Silenzio, 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 io son qui per giudicar. Io con l'uomo al mondo conido, vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danaro. Contratto leggere, tutto in ordine deve andar. Решили вам предложить, вот кого вы хотите послушать, мы того и поставим для сравнения. Какие я сразу скажу, у меня какие проблемы, у меня очень большие проблемы с этой арией. Значит, я не понимаю одно. Вот Моцарт писал пунктирь всегда идет там бам 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 бам. Значит, восьмушка с точки создать, то есть так это катам, так это катам, так это катам, потом так это катам, так это катам, так это. Все исполняют та 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 и затягивают та 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 или гают та 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 та. Есть даже которые восьмушки. А скрипки гают все равно пунктир, потому что они, видите это? Певцы ноты, я не знаю, не читают, не знаю. Как это можно восьмушки, когда в оркестре играет ассистентский? К сожалению, или они хотят что-то импровизировать, показать характер, что могу вместе не пить с оркестром. Не знаю. Но, не знаю, просто большое разочарование от этой арии. Потом вот эта марция, которая идет и всегда идет пам пам па пам пам пи та та дам пам пи да 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 дам пам па пам. Вот прелесть Моцарта, это что вот эта марция, которая, это такая марция, это революция, это такой митинг после дворца. Это после дворца. А в дворце идет музыка на бреве, пам-пам-парам-пам-пам. И марш идет вместе с музыкой на бреве. Тойн, пам-пам-пам-пи, та-та-та-та-ти-та-та-та-там-пам-падам-пам-пи. А нет, там-пам-парам-пам-пи, та-та-та-та-ти-та-та-та-та. Которые вот. Вот большие, в принципе, проблемы. Потом певцы, которые все время любят здесь кривляться и импровизировать, и делать вот такие вещи, которые уберет революционность из этой арии. Эта ария должна быть свежая, живая, как немножко удар против законца первой акции манифестации о либерализме. Да? Это времена, которые либеральная литература, даже эротическая либеральная литература идет во Франции, по всему миру распространяется. Запрещенные издания. Бастиль дает знать, кто там в подвалах уже находится. А это вот такая либеральная манифестация. Если начинаешь делать, тебе интересует, что Керубина будет делать, говорит, давай, мальчик мой, сейчас это ты будешь хороший. Вот, и начинаешь так кривляться, ты потеряешь манифестацию, которую должен делать. Да? Вот, это моя идея. Вероник Джонс. Thank you.
первый, самый важный слов, который слов фони. Фонограмма, значит, фони, значит, это голос. Да, фонограмма, говорим, да, звук. Значит, когда говоришь фони, корни этого слова, это от слова фос. Даже греки не знают. А фос – это свет. Как можно звука как бы создавать слово для звука от корней слова от света? Потому что звук через свету, мой язык есть свет, который дает свет на твои мысли. И дает свет на мои мысли, и я могу выражаться. Поэтому мы не слушаем звуки, не видим звук. Мы не слышим музыку, не видим музыку. И если мы делали этот эксперимент, сейчас мы увидели, 95% людей не слышат, а видят музыку. Я 100%, я это знаю для себя. Но можете ставить себя, увидеть, что музыка – это не слух, а это зрение, это свет. Да, большое вам спасибо, Горбачев, называют то, что вы сегодня устроили, перед духом. Конечно. После меня дети не уходили. Как ты? Теодор. Все время.